Казахстанский «Барыс» одержал победу над нефтехимиком из Нижнекамска в первом матче домашнего Кубка Президента. Первую шайбу забросил Роман Старченко с передачи Константина Руденко. На 28-й минуте гол забил Талгат Джайлауов. Но нефтехимики не отставали. Соперники забили две шайбы, сравняв счет. Победу столичной команде в самом начале овертайма принес Брэндон Баченский. Счет 3-2. Завтра «Барыс» сыграет с омским «Авангардом». А я напомню, сегодня в Астане открылся 5-й международный турнир по хоккею с шайбой. За Кубок Президента эти три дня будут бороться лучшие хоккейные команды Казахстана и России. Соревнования традиционно открывает сезон континентальной лиги.